В Ленске прошли соревнования по пауэрлифтингу «Ленский богатырь». Этот вид спорта называют еще по-другому – силовое троеборье, которое заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса. Испытать свои силы в этом виде спорта пришли 14 молодых людей. Как проходили соревнования, смотрите в нашем сюжете. С каждым годом в Ленске железный вид спорта набирает все больше популярность. Пауэрлифтинг, наверное, самый зрелищный вид спорта, который всегда собирает большое количество зрителей и участников. В минувшие выходные в турнире по пауэрлифтингу приняли участие 14 ленских силачей. Свою силу спортсмены демонстрировали в трех упражнениях – становая тяга, жим лежа и приседания. Наиболее сложным из упражнений, которые выделил главный судья соревнований Артур Цинк, стал присед. Именно с таким весом 255 килограмм присел Андрей Иванский. В этом спорте он не новичок, и задача перед собой ставить серьезные. Жим лежа на горизонтальной скамье планирую 160-170 килограмм и становую тягу, ну, в районе 270, наверное. Попробую. Самое сложное что? Самое сложное для меня, наверное, жим лежа. Годы усиленных тренировок, правильное питание, результат лицом. Богатыри – это действительно они. С каждым годом в этот вид спорта приходит все больше молодых ребят. Девятиклассник Александр Николаев после года тренировок берет довольно неплохой вес. Самое сложное – это, наверное, присед, потому что это очень идет сильная нагрузка на ноги, на спину, все задействовано. До 70 килограмм первое место занял Афанасий Уаров, до 93 килограмм первое место у Алексея Островского. В сумме троеборья он поднял 605 килограмм, свыше 93 килограмм первое место досталось Андрею Иванскому, его результат 665 килограмм. Он же стал абсолютным чемпионом турнира. В ходе состязаний каждый участник получил большой соревновательный опыт, который пригодится тяжелоатлетам на следующих соревнованиях. Также ленские спортсмены планируют помериться силами с атлетами из алмазной столицы города Мирный. Светлана Валеева, Алексей Семенов, Анна Косова, Ленск.